Чистота города в руках каждого жителя. Это на собственном примере подтвердили государственные служащие автономии, которые, сбросив пиджаки и галстуки, вышли на левый берег Беры на уборку территории. Всероссийская акция «Чистый лес. Территория без огня» поддержана жителями Еврейской автономной области. С мусорными мешками в руках на очистку города отправились более 100 человек, в том числе руководители органов исполнительной власти, вице-губернатор Алексей Куренков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Дмитрий Назаров. Сегодня эта акция «Чистый лес», это благоустройство, это сбор мусора. А в дальнейшем мы хотим, чтобы все жители и прежде всего, конечно, чиновники, они должны показать пример, что не только вот в этот день, да, а в субботу, воскресенье, и вообще каждый день смотрели, что у нас происходит в городе, смотрели за территорией, да, помогали, убирались. И вообще как бы призываю всех биробиджанцев, всех жителей области отнестись к своей территории, к нашей области с огромным уважением, собирать мусор, убираться и не мусорить, когда отдыхаете. Поэтому давайте все вместе соберемся и сделаем нашу область чистой. Акция «Чистый лес. Территория без огня» проходит сегодня на территории всей автономии. Такая работа не только улучшает экологическую обстановку, но и способствует усилению мер защиты населенных пунктов от угрозы природных пожаров. Ольга Тимченко.